Иван, меня зовут Александр. Нам удалось создать сетевую сервисную компанию по обслуживанию объектов генерации. Станции, которые вырабатывают электричество и тепло. А основа этой компании – это изобретение. Это уже сейчас 8 патентов на технологии, которые позволяют решить острейшие проблемы в энергетике. То есть это загрязнение оборудования, его износ и аварийность. Мы выходим на рынок сервисных услуг для энергетиков, имея очень хороший козырь. Это внедрение инноваций, то есть инновационная такая терапия на устаревших станциях. И она проводится не локально где-то, а сразу же по всем регионам. Нам нужно порядка 300 миллионов рублей на реализацию этого сетевого подхода. Основных игроков в энергетике у нас немного. Это «Газпром» и «Газхолдинг». Собирать фонд идти за этими деньгами? Мы будем смотреть по тем условиям, которые нам предложат. Это именно сервисная компания, то есть вы им технологии продавать не будете? Нет, нет. Мы зарабатываем на постоянных работах, которые обязательны, которые нужно делать каждый год. И у вас уже есть денежный поток, насколько я помню. Да, мы уже вышли на уровень портфельного инвестирования, так скажем, вот, и хотим развиваться. Работать с такими крупными структурами очень тяжело, потому что даже если это помогает, не всегда это соответствует тем интересам, которые есть на то. Что бы я попробовал сделать при «Газпроме», например, да, и при «МСДР», есть фонды, которые инвестируют как раз в проекты, которые имеют доступ к этим огромным компаниям. То есть «Газпром» работает очень тяжело. Эта структура долго принимает новые технологии, он про себя. Даже по своему опыту могу сказать, что мы работаем там с 8 дочками, но центральный «Газпром» о нас еще пока ничего не знает. Поэтому я бы сходил в эти фонды, они нормальные люди, и договорился бы с ними. Это вам автоматом откроет выход на этот рынок. А так больше ничего особенного проекта сказать не могу, потому что я знаю, что проект хороший. Спасибо, Иван. Спасибо.